Это дерево плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа. Аллах приводит притчи, быть может, они помянут назидание и помогут людям в их деяниях. Следующее. Ступай размеренной поступью и говори спокойно. Что означает чинно? Ступай размеренно и понижай свой голос, ибо самый неприятный голос – это рев осла. Вот такое межзаметие, такое сравнение. Призывай к Господу с мудростью и добрым увещеванием. Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем. Будь добр к своим родителям. Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «тьфу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Сдерживай гнев и прощай людей. Тех людей имеется в виду, которые делают пожертвования в радости и в горе, и сдерживают гнев и прощают людей. Воистину Аллах любит творящих добро. Отталкивай зло добром. Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий, любящий родственник. Они проявляют терпение, совершают молитву, расходуют тайно и открыто из того, чем мы их наделили, и добром отталкивают зло. Им уготована лучшая обитель. Не злословь. А скверное слово подобно скверному дереву, которое может вырвать с поверхности земли, ибо нет у него прочности. Не будь высокомерным и горделивым, не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов. Не вступай в полемику с невеждами. Рабы милостивого – это те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят: «Мир». Не насмехайся над людьми и не обзывай их. Вот те, которые уверовали. Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше их. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, те лучше них. Не обижайте самих себя, имеется в виду друг друга, и не называйте оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал, а те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками. Не будь подозрительным, не следи за другими людьми и не злословь. О те, которые уверовали, если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то, что вы будете сожалеть о содеянном.
Избегайте многих подозрений, ибо некоторые подозрения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха, воистину, Аллах, принимающий покаяние, милосердный. Не будь расистом. О, люди, воистину мы создали вас из мужчины и женщины, сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, ибо самый уважаемый Аллахом среди вас наиболее благочестивый, воистину Аллах знающий, сведущий. Не оскорбляй людей других вероисповеданий. Не оскорбляйте тех, кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из вражды и по невежеству. Таким образом, мы приукрасили для каждого народа их деяния. Потом им предстоит вернуться к своему Господу, и Он поведает им о том, что они совершали. الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤمنون ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربه وأولئك هم المفلحون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم عبده يعاصمكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفارق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير